Добрый день, меня зовут Иван, и я менеджер кафе «Барбекю». Сегодня я расскажу вам немного об истории «Барбекю». Многие, конечно, слышали, что это такое и с чем его едят. У нас, часто говоря «барбекю», подразумевают шашлык на природе. Это не так. Барбекю – способ приготовления мяса в печи при температуре 100 градусов в течение 10-12 часов. У нас мясо барбекю готовится по принципу «low and slow». Основная прелесть в том, что мясо получается сочным и без лишнего жира. Так как мясо готовится в специальной печи на дровах фруктовых деревьев, оно получается подкопченным и ароматным. Настоящая революция в мире барбекю произошла в 20 веке. Сварщик, раздраженный порывами ветра, которые посыпали золой мясо, изобрел печь. Ею пользуются и по сей день. Так что мы приглашаем вас попробовать настоящее барбекю у нас. Такое мясо в Одессе вам приготовят только в кафе «Барбекю».